Здорово. Здорово, дружище. Бач. Мы сейчас находимся на Петропавловской крепости, вернее, около Петропавловской крепости. Именно здесь когда-то Петр I основал Санкт-Петербург. Всем привет, меня зовут Владимир Репин. Жизнь настолько суровая, что я родился картавым, и фамилия у меня начинается с буквы Р. Мне 27 лет. Примечательный факт, что на мое 27-летие у меня украли камеру и все документы, просто это важно. И я так новые не взял. Занимаюсь я, как правило, съемками, но вообще художник. Я себя считаю больше художником, нежели фотографом, потому что работаю в разных стилях, работаю с разными инструментами, и все это между собой совмещаю. Ну, как-то так. Но это если по-скромному. Я начинаю хрюкать. Скажи, это просто так? На каждой съемке происходит? Ты случайно здесь проходила? К сожалению, нет. Расскажи в двух словах, что здесь будет происходить. Я не знаю. Тебя не предупреждали? Я так и знал. Репин вообще не предупреждал, он просто говорит. Вот. А, сказал. Будь здоров. Два раза. И по Диммеру убавьте красный. Самый минимум по Диммеру. Это минимум по Диммеру стоит. Ладно, почему? Ну вот сюда мы класть самый пиздатый челюсть. Челюсть сюда. Ну давай, я сейчас подвину. И эту челюсть сюда ближе, да, Андрей. Не, Лев, хуйня. Ближе к нам. Видишь, она где-то здесь, блядь, это... Надо, чтобы она вот здесь была ближе к кадру, немного размытая. И прям обрамление было. Еще ближе, еще. Бать, да, давай, помогу тебе. Родной, давай я сам. Она проедет, камера. А прокатись вперед. Вот так надо. А теперь назад сеть. Как ты думаешь, в каком направлении должна торчать рука? Я думала, правильно. Бля, она вообще не читается почти, да? Сейчас. Нет, а, нет. Вот, смотри. И я думаю, буйвола можно ближе двигать сюда, к кадру. Отпускай. Да. Вообще не дышать надо. Да. Давай вот этот череп чуть ближе к нам. И с этой стороны какое-то обрамление добавить. Смотрями из кадра как будто бы даже поинтереснее смотрится. Да, заебись. Я вижу, что у тебя на майке написаны 3 буквы. Объясни, что это за 3 буквы? АВ. Ты вот про вот эту огромную грудь сейчас имеешь в виду? Да, надул. Ты специально надул, да, типа пикачок? Это футболка, она сама надувает тебя большим. Гопник идет, какой-то такой... Я тоже хочу такую футболку. Типа ходишь и постоянно надутый. Разбирайся, брат. У тебя дети плачут. Надо что-то прям козу с хорошим таким изгибом, чтобы вот здесь ее воткнуть. Или хотя бы, ну, или вообще основание убери, чтобы только рог торчал. Не, вот сейчас вот это лишнее, а когда ноздря была именно в кадре, было прикольно. Он кайфово, но тебя рог прикрывает некрасиво его. Согласись, что, Лев, думаешь? Я, блядь, крокодил мне пиздец, как сам по себе, как череп нравится. А здесь? Вот, блядь, вот верхняя челюсть вкатывает, когда торчит. Нижнюю может даже чуть... Ты просто его ниже воткни, и может даже чуть поверни в сторону. А углубить его еще дальше, наоборот. Где-то здесь, да. И... Не, он читается. Он, камера же будет вперед двигаться. Лучше кошку вперед положите. И второй тоже, да. Он как раз там еще на луч попадает, интересно. О, вот так вот, когда она чуть-чуть дурная, прикольно смотрится. Убери нижнюю челюсть просто, без нее. Можно, да. Ставь, да, вот туда подъем. Да. Мы там сейчас будем с этим что-то носорогом делать. Он пока что-то мне вообще в целом не очень нравится. Может, тогда рогом внутрь еще его, чтобы приподнять саму эту голову. Но они такие девственные. Блин, может быть, просто Оксана, я думаю, что придет в бешенство просто, если мы сейчас их тронем. Короче, подготовка сейчас идет полным ходом. Здесь творится просто что-то не... Ой! Песок. Блин, я вроде не старый, а песок уже сыпется. Это шедеврально выглядит. Давай башку носорога двигать. О, супер! И давай выше именно затылок подымем, а рог вниз наоборот. Вот такое вот что-то, да, наверное? А вот эту нижнюю пизду убираем. Что сказать, это АВ. АВ — это наша философия, наш бренд, наша история. Я не буду расшифровывать конкретно, что значит АВ, потому что у этого это будет в будущем. Мы готовим прям большой об этом рассказ, будем это интересно презентовать. Но просто скажу, что это, ну, если учесть, что я набил единственную татуировку в своей жизни, эти 3 слова, это такой очень значимый для нас момент. Можно сказать, что это твой клан, потому что я когда-то играл в Counter-Strike, и у меня тоже был клан в квадратных скобках. Соответственно, у тебя в квадратных скобках будет АВ. Слушай, ну это прям философия, я больше скажу. То есть под этими тремя буквами мы закладываем не просто название какой-то команды или продакшена, это целая история, которую мы сейчас будем, которую не будем, а которую мы развиваем. И я думаю, что в дальнейшем все станет очень даже понятно. Все начинаем учиться крутой постановке света от Репина. У нас две сцены, передний план и задний план, и они поделены по направлениям света. Передний план сверху падает направленный источник света на дырявую ДСП. В ДСП проделаны дырочки, которые позволяют просачиваться свету вниз, и у нас получаются очень прямые, параллельные, что самое интересное, лучики света, которые из-за достаточно большой приближенности камеры к основной модели будут давать нам параллельные лучи света. А на заднем плане у нас там дополнительная сцена, у нас там фон, и он защищен от основного света с помощью флагов. Уа! Ты сказал очень интересную штуку, что ты не фотограф, а больше художник. Вот сразу тогда вытекающий вопрос. Есть ли у тебя художественное образование? Учился ли ты рисовать? Да. У меня есть художественное образование. Я закончил дизайн ПЕД. И так получилось, что у нас была сильная именно художественная база. И у нас, нам клево поставили и живопись, и рисунок. Поэтому до того, как я начал снимать еще, фотографировать, я уже тогда писал маслом картины. Но потом я познакомился с камерой, хотел снимать кино. И хочешь прикол? 18 лет, когда я купил камеру, я снял уже первый фильм свой, полный метр. Для взрослых, надеюсь? Но он такой прям плотный. Но его лучше никому не смотреть. Я как-то его пересмотрел года 3 назад и подумал, откуда столько смелости в людях было раньше? Ты мог снимать любую фигню, не бояться ничего, там, не считать какие-то огромные бюджеты, не париться. Просто берешь и идешь, снимаешь полный метр. Это так круто. Поэтому все, кто начинает, ребят, снимайте побольше и не парьтесь, не бойтесь, все четко. Особенно экспериментальное кино, типа «Человеческой многоножки». Да, «Зеленый слоник», четкая вообще вещь. Что-то помидоры, томаты, убийцы. Да, это прям вот классика. Вот прям как надо. Да, есть художественное образование и вообще в целом, ну, я больше не поэтому считаю себя художником или там мы в целом, а потому что стараемся, вот одна из дисциплин, которую, вернее, одна из философий нашего, вот эта вся история подразумевает под собой, что мы не ограничиваем себя в рамках какого-то одной механики, одного инструмента. Фотография, по сути же, инструмент для того, чтобы доставать из своей головы какие-то образы. А мы себя не ограничиваем, мы мешаем и стараемся, ну, двигаться в разных сферах, изучать, обобщать. И кто-то может сказать, что мы распыляемся, но если сократить в жизни другие распыления в духе лишнего сна, лишнего отдыха, то у тебя появляется время чуть больше заниматься разными процессами. Такая вот история. Ну шо, как ты поживаешь? Я вот строил. Я вижу. Ты забрал у всех паспорта, надеюсь? Слушай, я вот здесь паспорта только у 3 людей. Это получается Лев, потому что он забрал паспорт у меня. Слушай, у меня просто один очень важный вопрос. Давай. В этой же студии нету Никонов? Конечно нет, чуть-чуть. Слава богу. Все, ну, тогда я остаюсь. Идея следующая. Такая немного техногенная, условно, катастрофа. Даже, наверное, не техногенная катастрофа, а это больше история о том, куда идет человечество. Я прочитал буквально недавно книгу Митё Каку. Он как раз расписывал о том, что человечество из-за своего прогресса ведет к тому, что планета потихонечку гибнет, и все, что есть на планете, тоже. Ну, в принципе, это можно спокойно проследить даже сейчас. Какие-то виды животных тоже умирают, и растения, и все со временем к этому идет. Это просто нормальный цикл. А человечество, типа, стремится в космос. И это как раз история о том, что человек, он уйдет куда-то вперед, развивается, и все, что после него остается, это вот какие-то технологии и пустые земли с мертвыми видами. Вот. Это, наверное, история вот об этом. Вообще у нас в рамках вот этого именно локации, этого куба, будет еще много образов. И наша задача в рамках одного куба сделать, там, знаешь, 10-15 образов. Мы еще по числу не решили, абсолютно разных. И все в рамках одного куба. Знаешь что, я подрезал у тебя световую идею. Я уже рассказал всем, что здесь крутая фанера с дырками. Свет просачивается от одного жесткого источника, и получаются параллельные лучики света. А я тебе, знаешь, что скажу? Меня постоянно подрезает свет. Слушай, я вообще рад. На самом деле, я даже когда вижу, что люди что-то копируют, что-то делают, я рад. Пусть лучше у меня, чем у кого-то безвкусного. Вот, это так, минутка выебонов. А на самом деле, надо просто, пока кто-то что-то повторяет или там пробует для себя, я иду просто дальше. Я точно так же беру у других людей что-то. Возможно, это там не фотография или не кино, возможно, это рисунок. Чем-то вдохновляется. Вообще, по сути же, вся все, что идет из головы, это насмотренность, куча разных образов, просто ты лепишь свой конструктор. И этот цвет, он тоже не мой личный, его до меня тоже много раз делали, просто вот я его в данный момент времени применил. И, возможно, после меня кто-то тоже его применит. И зашибись, это же круто, то мы можем там использовать разные цветовые схемы, мешать там цветной свет, постоянный свет, жесткие лучи. И это и есть развитие, потому что когда-то фотография это была просто идти на улицу или вспышка в лоб, а теперь, посмотрите, строим огромные композиции, делаем сложный свет, не хуже, чем в кино. По-моему, это и есть развитие, так и надо идти. Если все будут так снимать и развиваться в этом направлении, то это не круто. Короче, ребят, подрезайте идеи, подрезайте свет, но не подрезайте кошельки. 100%. У меня, кстати, сперли и кошелек, и камеру на день рождения. Поэтому я сейчас сам подрезаю эту камеру у всех. Быстро пишите в комментарии, кто спер камеру. У вас какой-нибудь Никонист. 100%. И такой, знаешь, понял, бля, Sony говно, а сам на Sony. Не-не, он спер камеру и тебе такой визитку подкинул. Типа, Никон. Да, Никон покупай. Снимал ли ты портреты, свадьбы, корпоративы, надеюсь, поминки, еще что-нибудь? Ты вот с этим вопросом хотел, чтобы я быстро здесь что-то сказал, и мы пошли, я правильно понимаю? Но тогда мы тут надолго, брат. Слушай, я вообще не совсем понимаю вопрос к своему стилю. Это же, по сути, что такое стиль? Это какие-то твои предпочтения, которые у тебя образуются со временем. И конкретно свой стиль я никогда не искал. Просто по истечению опыта и того, что со мной происходило, появляются какие-то вкусовые предпочтения. И вот совокупность этих вкусовых предпочтений, она и формирует какой-то узнаваемый стиль. Так он и появился. Просто я очень много... Вот как ты спросил, снимал ли я свадьбы, портреты, конечно, снимал. Я снимал и свадьбы, я также бегал со стедикамом, снимал видосы. Я даже снимал несколько роды, снимал... На свадьбе? Да, прямо с ходом, причем от меня. Я снимал выписку из роддома и крещение даже снимал. То есть все это было, но это все было такое неосознанное. Я просто пробовал, щупал, хотел заработать денег, я учился в колледже. И тогда у меня не какие-то супербогатые родители, они живут в поселке, у меня не было никогда, знаешь, лишних карманных денег. Вот я как 16 лет закончил школу, поехал учиться, вот так сразу я и начал искать возможность заработать. И просто фотография на тот момент... Вообще, сразу скажу вам такую вещь, что если рассматривать искусство и все возможные дисциплины в искусстве, фотография — это, наверное, самый легкий способ к нему прикоснуться. Потому что порог вхождения, база знаний там не такая большая, ты можешь уже, будучи человеком, у которого есть хоть какой-то минимальный вкус, сделать что-то интересное. Поэтому фотография на тот момент, а я на тот момент уже рисовал, мне показалось чем-то привлекательным. Но в первую очередь я начал снимать видео, а потом уже фотографией заниматься. Вот. И поэтому, да, вот этот опыт издалека, он и по истечению времени, я сейчас расскажу чуть, где-нибудь в другом месте, не здесь, как это все произошло. В кубе достаточно сложно снимать, потому что куб, он имеет свойство отражать свет, и нужно придумать композицию таким образом, что... Будь здоров, пожалуйста, чихай аккуратно. Вот там слоумо, надеюсь, чтобы было видно. Да, прям слоумо. Я постарался заснять это. Вот. Короче, стены, они тебя ограничены, они работают как флаги, и они просто рассеивают свет, поэтому я вот сейчас понимаю, что нам надо было покрасить все-таки стены в черный, а не в белый. Ну, сейчас уже поздно об этом. Но ты круто сделал флаги черные, да. Конюшку, она отсекает свет, здорово. Давай посмотрим, задымим. Ребята, еще всегда заранее готовьтесь ко всем съемкам, всегда заранее. Если мы говорим о художественных каких-то съемках, где... Поняли меня, это очень важный момент, и запомните его раз и навсегда. Ну, дым еще сразу заполнил. Наверное, нам все надо будет прибрать немножко еще экспозицию. Но вот сейчас и хорошо задний работает, на самом деле, контровой. И сейчас черный стал фон. Меньше акцента сзади идет как раз-таки на... Вернее, больше акцента на кучу костей. Она прямо именно сейчас возвышается. А подними кадр чуть выше. Чуть-чуть. И влево его. Да, супер, вот так вот хорошо читает, прям, интересно. Можно прямо здесь близко какие-то еще растюшки поставить, а так в целом и провод кайфово смотрится, мы как бы техногенность заявили. Единственное, что надо сейчас еще немножко почистить песок, чтобы не было следов, в остальном супер. Давай еще дымку пустим, посмотрим на луч. Ближе сюда его, к кадру, к кадру. Ну что ты сама видишь, что это тут получается за шляпа. Убери нахрен его туда, все. Пока передние лучи не читаются, но мы лучше песком насыпем. Он просто более тяжелый. И мне кажется, кадр надо влево повернуть еще чуть-чуть. Ну что, друзья, что я хочу вам сказать. Если вы снимаете художественную съемку, а не просто гуляете с моделью, что тоже прекрасно, я всем настоятельно рекомендую лучше готовиться, потому что чем ты лучше приготовишься до съемки, тем гладче и лучше пройдет сама съемка, и, понятное дело, лучше будет и проще на посте. Мы эту съемку готовили достаточно давно, потратили несколько дней на то, чтобы сделать пришуты, проверить, все ли красиво, все ли получается, потому что, когда съемки дорогие, условно, много затрат на них, то прав на ошибку у вас нет. И исправлять что-то в моменте, это, конечно, круто и по-спартански, но спартанцы вымерли, поэтому так делать не надо. В итоге реально не проебали. А в итоге да, где сейчас спартанцы? А персы есть? А самураи-то здесь. А вот по поводу фотографии, я реально считаю, что у нее самый минимальный порог хождения, поэтому фотографов очень много. И из-за того, что очень много слабых фотографов, фотографии сейчас... Бла-бла-бла-бла-бла-бла, no! Фу, сюда иди, ты не прав, извинись. Меня чуть не прокатили. Нормально, я под контролем все держал, не парься. Обычно людей катают на капоте, а вот меня бы сейчас прокатили. Сейчас на самокате. Слушай, я видел видос, где два чувака просто едут на дугу и тук-тук-тук. Да, они помнят на характере, знаешь, никто не захотел уступать и просто столкнулись. Нормально, четко. Короче, для тех, кто не знает, это Иван Логинов. Иван Логинов один из таких, на мой личный взгляд, но людям, не на взгляд людей, людям в принципе по барабану. На мой личный взгляд, это такой один из лучших сейчас академических художников у нас в стране. Я у него обучаюсь рисовать. Но академизм что значит? Черные шторы по стенам прямо. Да. Академизм что значит? Значит ограничение. Потому что сразу съедят, если что-то не так скажешь. Скажи, пожалуйста, ты научил его правильно накладывать цвет-теневые рисунки на круг, чтобы из круга сделать окружность? Чтобы сделать сферу? Ты научился делать сферу? Конечно, само собой. Ну, это же... Ну, я учу... Короче, если мы сейчас нормальную композицию не построим, то нам придется в трюм спускаться со Львом, и там ничего хорошего не будет. Ну, Лев-то кайфанет, а мы точно нет. Пока ничего конструктивного не сказали, если честно, в этом ролике. Не, ну я тебя предупреждал, что если ты придешь... У меня любое интервью не содержит ничего конструктивного. Я тебя предупреждаю, если ты придешь, то нормально пообщаться не получится. Лев! Давай делом занимайся там. Я понял тебя. Штрафные зарабатываю. У моего корабля очень глубокий трюм. Хочу, кстати, заметить, что мы снимаем в Петербурге, а вся моя команда, она находится в Москве. И поэтому у меня здесь еще одна команда своя. Кстати, интересно, я думаю, многим будет тоже интересно, что значит штатив направо? По штативу правее. Смотри, это такая вот история. Когда ты работаешь с людьми, кто занимается светом, ну, с гоферами, допустим, условно, ну, или там, кто вообще, в принципе, ассистентом по свету, ты же ему не скажешь, там, условно, бро, сейчас чуть луч повыше, чуть-чуть поправее, это долго, и гофер не поймет. Когда ты говоришь команду по штативу выше, по штативу правее, это значит работать исключительно со штативом. То есть, если я говорю по штативу правее, значит, он должен взять штатив и пододвинуть его правее. Если я говорю, получу правее, значит, штатив стоит на месте, а двигается луч света, правее или левее, и все то же самое связано с выше или ниже. И это все очень понятно. Допустим, я смотрю в кадр и говорю, свет по штативу правее по кадру. То есть для меня по кадру свет должен двигаться правее, по штативу. То есть штатив двигается, но не луч. Остальная информация на Патреоне по ссылке в описании. Да? $10 в месяц. Блин, слушай, ты хороший парень. Мне, кстати, сегодня предлагали гиф. И вот если бы у меня был бы выбор между миллионом аудитории людей, которые ко мне пришли только потому, что надо было подписаться, чтобы что-то получить, или вот мои там 70 тысяч, ну вот прям реально людей, которым интересно мое искусство, без вариантов миллион. Шутка. Только вот своя аудитория, потому что там, ну, реально крутые чуваки. Я тысячный раз в этом убеждаюсь. Вот сейчас все, это вот в основном ребята, кто на меня подписан, я просто кинул клич, и офигенные пришли чуваки, которым реально интересно расти, развиваться, и это самое главное. Ну, кроме Кирилла, понятное дело. Он уже старичок у нас. Володь. А, да, Лев. До какого камера будет видеть стену? До какого уровня? Покажи мне. Сейчас я смотрю. Вот видишь, где растение? И все? Да. А слева... Чуть дальше стыка вот это, тоже до цветов, одинаково. Блядь, пойду помогу, мне вообще не справляется, пацаны. Катюха там руководит процессом, да посмотри на эту женщину. Лев, смотри, вот посюда. Вот так вот отсюда, вот если ткань будет. То есть, в принципе, вот чуть выше шва, Да? А, ты про высоту? Да. А, сейчас скажу. Не поломать там чашки. А то ты мне чай поломаешь. По макушку тебе прям. Романтичная атмосфера. Максимально такой на чиле, на расслабоне, под пивко. А какую самую трешовую свадьбу ты снимал? Хороший вопрос. Это такой факультатив. Блин, я как-то снимал... Давай, она не была трешовая, но просто она была забавной. У меня, короче, была девчонка, но она не была моя девушка, просто как бы любовница, знаешь, это вся история. И я, причем она была вот такая прям, вот в моменте, любовница моя. Типа вот прям сейчас? Да, мы прям спали периодически, ну, то есть я там учился, писал картины, иногда с ней проводили классное время. И тут я узнаю, что она выходит замуж, зовет меня фотографом туда. А это было вот там 3-4 дня назад. И я такой, ладно, пойду поснимаю. Это было очень неловко. Бля, все не так однозначно. Вот. Но это такая, знаешь, пошлая история. Ну, мы же, чтобы от Чернядева не отставать немного по блогу. Тогда надо пошутить про сиськи и вагину. Нет, это не мой юмор. Зацени, палки кидают. Бля, сильно. Пошли смотреть, как палки кидают. Ты часто палки кидаешь? Слушай, я кидаю иногда, да. Ну что, ты выбрал динамичный бэкграунд, я правильно понимаю? Вот как раз здесь сейчас. Слушай, мне кажется, идеальное место для того, чтобы рассказывать свои какие-то пошленькие истории из прошлого на фоне того, как чуваки кидают палки. Вообще интересный вид спорта. Я его помню еще с «Ну погоди». Лев сверлит. А сколько ты кадров отдаешь на выходе? Сколько в цвете и в ретуши? Сейчас ты стопаешь камеру, и мы идем жестко пиздиться с тобой. Окей? 2. Не, на самом деле я вообще ничего не отдаю никому никогда. Я просто делаю вид, что что-то отдаю. Тебе модель потом пишет, типа, когда фотки будут? Кстати, насчет вообще, вот если по-серьезному на эту тему, у меня очень такой жесткий подход в этом плане к моделям и к тому, кто у меня в кадре. То есть, как правило, я не снимаю, когда мне кто-то пишет, давай поработаем. Как правило, четко есть какая-то идея, я под нее конкретно подбираю модель. Если это там, допустим, творчество, то понятное дело, что мы заранее обговариваем это. Желательно, я даже заключаю договор, потому что работы потом могут и на NFT пойти. И в целом лучше, чтобы у меня был договор с моделью. Вот. И все вот кадры, которые у меня есть, я ей отдаю. Но это, как правило, если, допустим, это фотосъемка какая-то, то там может быть и 10 кадров. Ну, какая-то просто целая, ну, серия. Если это какой-то один большой арт, вот как сегодня, то это может 1-2 кадра. Но за последние лет 5 никто пока не жаловался. Сколько ты уже снимаешь? Конкретно снимаю серьезно или просто? Фотография. Но в целом, вот с фотографией, видосом, я где-то с 18 лет, ну, может, чуть даже больше, мне сейчас 27, 9 лет, получается. 9 лет, но это все было параллельно, то есть и фото, да, и видео. Да, то есть это не было прям серьезно, то есть я где-то, наверное, года 2-3 просто снимал, то есть не на серьезке. Я даже, наверное, первый год не знал, что такое ISO на камере, то есть я фоткал и такой, блин, как круто, когда понял, что есть ISO, нифига себе, шумов нет, вау. И это произошло, ну, может, реально спустя какое-то долгое время. То есть я на автомате что-то щелкал, друзей, знакомых. Вот. А потом, когда закончил колледж уже, получил диплом, четко понимал, я жил на Дальнем Востоке, в Хабаровске, четко понимал, что хочу ехать в Питер, и думал заниматься играми, рисовать игры, концепты. И в тот момент как раз у меня уже вот этот огонь к фотографии, к видосам пропал, потому что, ну что я там снимал, реально свадьбы, выписки из роддома, какие-то фотосессии не такие, ну не очень хорошо получалось, какого-то фидбэка я не получал. И я пошел в армию служить. После колледжа я четко понимал, что я не буду там, не придумать способы, как там ее избежать. У меня батя, он такой суровый мужик, работает в тайге технолог, инженером, он вот это тот тип людей, который выбирает, который может у дерева определить степень рака, чтобы ты понимал. И он там один такой из бомбовых мужиков, он по 60 километров проходит по тайге. Ну, короче, он реально лютая машина. И я такой думаю, блин, сделаю батьку приятно. Ну, ты учился на дизайнера, и вряд ли им... Его в армию. Да, схожу вот я в армию для него, ну, ты знаешь, вот. И решил пойти. И захотелось бы мне куда-то прям вот поэкстремальнее. И попал я в ВВ, сейчас это, кстати, Росгвардия, вот эти вот космонавты, которые стоят, охраняют, вот эта история. И попал в СМВЧ Владивосток, то есть я не просто там где-то в зеленой форме тупил, а мы, у нас прям была очень интересная служба, мы патрулировали город, там были стычки, были какие-то ситуации, меня даже ножом там резали, там, короче, было очень интересно. И я когда попал только в армию, а я на тот момент уже перегорел от съемок, я на это все посмотрел, И такой думаю, блядь, мне срочно здесь нужна камера, чтобы это все снять, это что вообще тут происходит? И я пошел к нашему замполиту по части, говорю, слушайте, там портретики туда-сюда, нарисовал там кому надо портрет, и говорю, а что, может я камеру сюда привезу, вам же постоянно что-то надо снимать, там разводы, вот это все. И он говорит, слушай, а давай, давай. И мне, короче, привозят с Дальнего Востока камеру и ноутбук в часть. Ноутбук я без палева проношу, там, потому что в любой части есть уголок, я, блин, забыл, как он называется, ну, типа, как знаешь, центр досуга, где там какие-то устраивают конкурсы, вот эти военные дурацкие, там какие-то танцы. И вот там был офигенный прапор, и она, девушка, ее Ольга, по-моему, звали, блин, так стыдно, что я забыл. И она такая говорит, слушай, да, я помогу тебе пронести. И она сама принесла ноут, ну, типа, сама мой ноут принесла, а камеру я официально пронес. И это было самое гениальное решение в моей жизни, потому что все, большая часть построений, хоть я и был тоже весь в обмундировании, я всегда ходил и снимал. А кто служил в армии, знает, что самая тупая дрочева — это просто стоять вот так вот, как дурак. И все, и у меня всю жизнь поменялась, начал очень много снимать. И когда подходил конец моей службы, блин, это такая прикольная история. Я где-то уже год почти служил, к нам пришел человек вербовать на контракт. И она говорит, ребят, слушайте, сейчас вообще крутая новая функция. А я думаю, какие же дебилы подписывают контракт, зафиг это надо. Ну, не дебилы в плане, что они дураки, но лично для меня это казалось, ну, лично мне это было не нужно. Кому-то это, может, реально нравится, но мне служить нравилось. Она говорит, тут есть суперфункция, вот только сегодня, вот только в этом году ты можешь подписать контракт на 2 года, не на 3, с учетом срочки. То есть тебе еще год отслужить. И я такой, нихуя себе. А я служу же в казарме, то есть мне особо там на еду тратиться не надо. А у меня, чтобы ты понимал, на рабочем столе стоял Mark III камера. Блядь, я так ее хотел. У меня был 60D Canon, и все. Ну откуда у меня бабки? Я, блин, учусь где-то в колледже, художник, ну. И я такой думаю, подпишу контракт, чтобы купить камеру. И вот каждый раз, когда мне кто-то говорит, что я там какой-то мажор, или что у него нет возможности, бля, иди ты нахуй, все у тебя есть. Я просто подписал сраный контракт на год, чтобы накопить на камеру. Я жил в казарме, жрал баланду, эти тупые, они у нас назывались эти, как же, болты. Ну, это, перловка, она как болт выглядит. Ел болты, ходил в ППС, там, пиздился с дагестанцами, там, что только не было, но я накопил на камеру. И в момент, когда уже служба подходила конец, там, ну ты же представляешь, ты же находишься вне зоны комфорта, ты не можешь взять и пойти кого хочешь поснимать, там, сделать фотосессию. И вот эта вот штука, она тебя начинает учить ценить время. И вот ночью, пока пацаны спали, я открывал коптерку, где можно там погладиться, открывал ноутбук и садился и изучал цвет, ретушь. Я сразу начал ориентироваться на топов в мире, там, в России. Вот в России на тот момент мне нравился Бурба, кстати. Я смотрел на Бурбу и думал, блядь, почему он делает так круто, а у меня такая хуйня? И я такой смотрю и думаю, блин, ну это же не просто так, то есть я пытался искренне понять, и тогда я нащупал метод точной прокачки. Не когда ты такой пытаешься все прокачать, а ты рил смотришь, так, окей, у меня проседает цвет, изучает, ты просто выписываешь список всех тех, ну, вот, вещей, которые тебе нужны, и начинаешь потихоньку подтягивать хвосты. И вот таким образом где-то в коптерке, пока все спят, или там в свободное время, когда у тебя есть, ну, у контрактника потом очень больше становится, ты можешь и в город выходить. Я тупо жестко вот качался, я смотрел, изучал. У меня были такие ситуации, когда я договорился с моделью пофоткаться, я шел с ней фоткаться, и у нас была боевая тревога, боевая часть была. Там какой-то зэк, одноногий, сбежал с автозака, прикинь, он убил, ну это не круто, но он убил чувака в автозаке заточкой из своей ноги, вот из этой, из костыля. Застрелил 2 типов, потому что они по правилам, короче, автозак всегда должен ехать. Даже если что-то происходит внутри, он всегда должен доезжать до, условно, до КПЗ, там не знаю, куда они едут, уже не помню. А они остановились, открыли, и он их застрелил из стабильного оружия и сбежал. И вот мы 2 дня без сна искали безногого чувака, ты прикинь, который там просто, это просто форсаж, он там где-то, и там, чтобы ты понимал, ОМОН везде ездил, мы заряжены с автоматами, по всем, блин, помойкам лазим. Чтобы ты понимал, в этот момент я там снимаю модель, она там уже начинает раздеваться, у меня там уже все вот такое вот, все горит, а я солдат, у меня нет, ну откуда, у меня не секс, ничего, ну, я просто, и просто, алло, братан, боевая тревога, я такой, бля, а у нас там час времени, чтобы прибыть, а он говорит, чувак, это не, типа, не учебка, это боевая тревога, я такой, ей, мне пора, она такая, в смысле пора, и я, говорит, даже еще, ну, я говорю, и я бегу. Пошел туда. Пошел одноногого ловить. Да, пошел намного у кого-то. Я пока еду, читаю уже, знаешь, ну, в чатиках, в WhatsApp, ну, там, я уже служил в Владивостоке, как, ну, что происходит, такая ситуация, что убил, там, зэк сбежал, все, и я думаю, нифига себе. А мне даже не грустно, я думаю, вот это вот интересно. Я сразу GoPro-очку себя прикрепил на этот, на бронежилет, мы все экипируемся, нам выдают боевые патроны, мы все снаряжаемся, падаем на БТРы. Вот кто говорит, что армия это, ты, типа, тратишь год жизни, я честно скажу, я их не понимаю, потому что все, кто служил в армии, потом только о ней рассказывают. Чернядев служил, ты служил, поэтому, если хотите классные фотки, знаете, куда идти. Там вас прокачат. Но вот на самом деле, вот как все произошло, мне когда я заканчиваю уже службу, я прям понимаю, так, окей, у меня осталось там 2 месяца, что мне делать? Я сейчас приду, и что я буду делать? Типа, ну, да, я там учился снимать. У меня тогда не было Инстаграма, кстати, еще, прикинь. Я вот так, я как сейчас помню, я тащу, короче, это было, ну, я только подписал контракт, я тащу со столовки какие-то бутыли со шметками, знаешь, там, чищенной картошки, блевотина какая-то. Я такой тащу это все, ставлю ее, сажусь вот так на камень, достаю свой тупой слайдер, какой-то там телефон Samsung, до 900, не помню, и завожу Инстаграм. И первая фотка, которую я выкладываю, это, короче, это кофа, тушенка, и там камера лежит. Я такой, добор мужика. Все свое с собой. Да, это, блин, было круто. Да, мы дехансер накинем. Не матерись, дети смотрят. Ты думал, что у Макса аудитория взрослых людей? Старые извращенцы, дети? Я буду просто какашечку на рот накладывать. Каждый раз, когда я это говорю. Каждый раз, когда я говорю правду. Попробуй матюкнись. Только попробуй матюкнуться. Давай пообсуждаем композицию. Так, это плейбэк, если что. Да, друзья, плейбэк нужен, чтобы режиссер или оператор, или человек, кто занимается фокусом, фокус-пулом, мог контролировать картинку. Вот у нас есть фокус-пул, и мы контролируем фокус, так как пока камера находится на риге, ручками не покрутишь фокус, а автофокус часто обманывает. Поэтому есть специальный человек, который контролирует фокус там, где тебе нужно. Видите, двигается зона фокуса. От руки к костям в конце. Я просто думал, что эта штука должна прозвенеть, когда заказ приготовят. Но это ее вторая функция. Ты просто раскусил все. Голодный. А здесь у тебя фокус-пикинг есть? Конечно. Oh, yeah. Видишь, что ты... Зацени, как, кстати, круто. Повесить ее черную ткань, и все ушло в темноту, в дым. Сейчас еще будет здесь дым, лучи, и все, ничего лишнего. Композиция работает направлением сюда, камера будет двигаться вперед, и мы так выстроили композицию, чтобы камера двигалась вперед, но ничего не рушилось, и одно замещало другое. Вот эти кости уходят назад, спереди появляются и другие, получается, направляющие. Вот эта челюсть, здесь рога. Здесь композиционный центр в виде кучи костей. Здесь будет сидеть модель, которая, в принципе, ведет весь кадр. И очень ключевой момент, чтобы какие-то направляющие друг с другом не повторялись. Словно, если челюсть смотрит сюда, то желательно сзади рог смотрел сюда. И в таком роде. Что такое? От руку специально вот именно вот этой стороной? Угу. То есть, типа, знаешь, так хуже, да? Вообще раскрыто. Очень плохо. А так она как будто бы касается Бога. Последний как день будто как будто она массирует яички вот так вот. Это не вставляй, бы нас сожрут потом, 100%. Я просто везде какашку наставляю, все окей. У меня на канале по-другому не бывает. Включается морость. Слушай, может, мы сделаем первый раз в жизни у тебя какой-то конструктивный, клевый ролик? Нет, ты что? Ты о чем вообще? Ну, я понял тебя. Нет, конечно. А ты можешь поерзать туда-сюда? Ну, конечно. Мне самому ерзать. Да я не камера, я про тебя. Да я ерзаю, все нормально. Хватит еще? Нет, больше амплитуды. Тогда от камеры это. О боже мой, мизинчик ушел за пределы сейф-зоны. Фокус проебался, я забыл про него. Один человек двигает камеру взад-вперед, а другой человек управляет фокусом. Он будет управлять фокусом. А третий человек должен будет теребить сосочки на модели, чтобы они наслаждались сексуально. Ну вот, допустим, когда я пишу о помощи, я тщательно смотрю, кто мне пишет, и смотрю на то, какой человек, как он общается. И я даю всегда шанс, типа, допустим, да, чувак, залетай. И он приходит, я сразу смотрю, как он двигается, насколько он вникает. Приходит он просто посмотреть или приходит реально помочь и вникнуть. И если я вижу, что человек просто такой стоит, что-то руки в боки, такой, ну просто же. Я говорю, слушай, дружище, наверное, тебе пора домой, потому что мы здесь работаем. И либо ты работаешь, либо ты идешь, ну, заниматься своими делами, потому что здесь не цирк. И вот с такими людьми, конечно, оно, как правило, не продолжается. А вот, допустим, как Кирилл, облик пап, который к нам попал, молодой ему было, он только, прикинь, закончил школу, он там первый или второй год пошел в институт, и он мне, мы с ним познакомились на меди, когда я приехал туда выступить. И он мне потом пишет после меди: можно я, говорит, ну, приду бэк поснимать? Я говорю: да, залетай. И прикинь, я забываю про съемку, про эту, но она перенеслась, и забываю ему сказать: ну, блин, он там писал мне когда-то, а он не забыл. И он мне звонит и говорит: слушай, я пришел. Я говорю: блин, дружище, я забыл тебе сказать, съемки не будет. И потом я еще каким-то тупым образом, случайно, также второй раз его динамлю, но я не хотел этого, но как-то там получилось так, что там я забыл его вписать. И он в итоге с третьего раза попадает к нам на бэк, вообще не тупит. Никаких там, никакого нытья, никак, там он отснял бэк уже на следующий день. И вот он, наверное, месяца 3-4 снимал бэки нам, приезжал в любое время, когда я говорил. И для меня лично самое главное — это человеческое качество. То есть если чувак, именно как человек, офигенно ровный, то есть адекватный, и у него есть огромный запал творить, это намного ценнее, чем чувак, который по личным качествам, ну, прям такой странный, там, знаешь, выебистый, что тоже иногда нужно. Но у него там крутой скилл, нахуй нужен этот со своим крутым скиллом, иди там, открывай свою тусовку, сам ее создавай. А когда человек сам по себе, ну это очень важно. Если ты хочешь, чтобы у тебя была крутая компания, там, не знаю, у тебя там у вас была крутая тусовка, то очень важно, кто в этой тусовке. И я прям вижу, как на глазах пацаны растут, и девчата просто вот такие делают офигительные результаты. Просто это все можно научиться, всему можно учиться, по сути. Вот реально. И вкус можно тренировать. Да, возможно, кому-то легче дается, но если у тебя реально крутые внутренние качества, то это самое ценное. И это первое, на что я смотрю. Давайте немножко песочек поправим, чтобы не было вот этих вот сильных перегибов. Вот это прикольно, барханчики, а вот это вот от ног и палец-то. Ну что, Вик, настал тот час. Аккуратно, на камеру не попади только песком. Ирок, возьми прям лопатой, вот здесь с краю, и понакидывай песок прям вот сюда, поближе к композиции, потому что песок, в отличие от дыма, он будет дольше оседать, и дольше будут эти лучи пыльные. Смотри, бро, по фокусу, я думаю, что фокус потихонечку плывет вдаль. Я заодно посмотрю, возможно, мы сразу зацепимся на композицию спереди и будем так плыть. Но мне просто так нравятся детали, что я, наверное, бы их показал. Да, поехали. На череп потихонечку. Прям приходи на череп, сразу надо было приходить уже на него. Потом переходишь на крокодила. И постепенно мы уже переходим туда вдаль. И вот чем больше я снимаю, чем больше вот мы занимаемся тем, чем мы занимаемся, тем я больше вижу, какие крутые люди нас окружают. Вот буквально вчера, прикинь, я снимал всю ночь клип, и у нас что-то, ну, не работает стадикам. Я думаю, блин, что делать? Ехать куда-то в рент, арендовать — тоже проблемная история. А ко мне, вот помнишь, когда ты приходил, на бэк приходил мальчишка, тоже снимал. Он, кстати, с Дальнего Востока. Да. И я его вспоминаю, время, это второй час уже ночи. Я думаю, блин, просто беру, набираю ему: алло, даже не говорю здорово. Там, ну, ситуация такая быстрая происходит. Готов, говорю, помочь отечеству. И он такой: конечно. И я такой: бля, охуенный пацан. Понимаешь? Да, и он просто прилетает через полчаса, и работа идет дальше. Вот люди, которые хотят, они реально действуют. А люди, которые просто хотят посмотреть или внутри хотят, но больше об этом говорят, это всегда палится. Вот, допустим, мне больше всего люблю, когда я пишу: чувак, залетай, там, кто хочет прийти помочь, и человек пишет: я, жаль, что я не в городе. Типа, и вот такие: нахуя ты вообще пишешь о том, что ты хочешь, чувак, забей вообще, ну не трать ни свое, ни мое время. Типа, если ты хочешь, ты найдешь, ну, возможность. И реально, вот те, кто хотят, типа, влиться в тусовку или там хотят искренне творить, а в первую очередь тебе нужно хотеть искренне творить, а не влиться в тусовку, то это всегда чувствуется, и у этого человека все по-любому получится. 100%. А что у вас тут происходит, я не понял. А? А что за байт? Байт, пока я еще ничего не снял. Слишком пошло. Да, очень пошлое освещение, ребят. Ну что это? Это уже не актуалочка. Ну что за синий-красный? Ну-ка, фиолетовый, а тут зеленый. Это было. Да вы какой бы сейчас не включили, все будет пошло, пацаны. Я не специально, мастер-класс какой-то происходит. А что с костюмом? Потому что я вот двигаюсь, чем больше, так а что ты их слушаешь? Они вообще, это кто вообще все? Ты можешь просто сказать: отъебитесь от меня. Ну тупо, что, Корзов стайл получается? Да, ромашек нет, да, ромашек нет, поэтому, ну, придется... Ну, не заслужил. И давай я тебе вопрос задам. Вот ты побывал на моей съемке, как тебе понравилось? Вообще? Мне понравилось. Мне понравилось наблюдать. Мне понравилось видеть то, чего я не вижу в повседневной фотоиндустрии. То есть фотоиндустрия, она же тоже очень делится. Продакшн от продакшена очень сильно отличается. Есть более, давай так скажем, более замороченные с хорошей точки зрения, которые основаны на каком-то тотальном контроле абсолютно всего, что происходит на съемочной площадке, от постановки света до движения камеры, от градусов, единиц, углов и так далее. А есть продакшены, которые не заморачиваются, снимают контент на сотовые телефоны, могут делать абсолютно такие же деньги. Ну да, и да, конечно. Здесь нету такого, что такой продакшн правильный, а такой продакшн неправильный. Они все правильные. Ну, по-своему, да. Да, они по-своему все правильные. И круто то, что эти продакшены не пустуют. То есть все продакшены существуют, во всех продакшенах классные ребята, которые делают крутой контент. И то, что я прикоснулся к твоему продакшену, потрогал, можно так сказать, общупал его, вот, тактильные ощущения были очень приятны. Ну вот, я вот, хотел просто сказать, что вот это Пекине, это мы собрали команду в Питере. То есть, по сути же, основной состав, он находится в Москве. Из Москвы просто приехал стилист, получается, приехала модель, и вот Кирюха приехал помочь. У нас после еще как раз были запланированы клипы. Если бы ты побывал бы в Москве, то ты бы увидел еще более, знаешь, такую солдатскую историю, все такое, еще более дисциплинированные типы. Да, много юмора, много шуток, танцев, но там все делается как часы. Там я смотрю на свет, и Илюша уже понимает, как надо его поменять, понимаешь? А здесь я собрал команду вот так вот, просто из эфира, из воздуха. И я так от этого кайфую, что ты можешь приехать в любой город, и везде найдутся клевые чуваки, которые реально хотят помочь. И ты просто... Это вот история о движениях, о том, что всегда можно собрать комьюнити и что-то сделать вместе. И я считаю, что то творчество, которое ты делаешь, от того, что к нему прикасается столько людей, столько энергии, прикинь, сколько, ну вот все они потеют, стараются, кто-то что-то носит. Я говорю, так, твоя задача сегодня продумать, как должны выглядеть эти трубки, не как тупая пластмассовая гофра, а как вот что-то реально клевое. И чувак, да, блядь, и весь день не спит всю ночь. И вот это вот, оно заряжает прям работу на какой-то прям кайфовый уровень. Ты потом смотришь на работу и думаешь, бля, я и верю. А главное, модели не путают лево и право, потому что ты так рукой, как джедаем. Слушай, это у нас на эту тему много приколов, но я как-то, я не знаю, откуда это пошло, но я, когда работаю, я как-то сразу чувствую модель, и я вот, мне проще вот реально показать, повернуть, все, и они реально вот так вот, понял? Как зомбированный, и хуйно работает, ну реально. И это и красиво выглядит на бэках, кстати. Ловите лайфхак. Я думаю, можно потом выпустить гайд по позированию модели, конечно, рукой. Конечно, то есть ты прям объясняешь, какая энергия должна поступать сюда, туда. Ну, джедайские приколы, они постоянно меня считают. Вибрация. Смотри, ты как будто бы выключена, знаешь, руками прям ты вот так вот немножко. И когда я тебе скажу двигаться, ты прям начнешь такой прям собираться и вот так подниматься отсюда. Сначала вот эту часть вверх. Да. И начнешь двигаться, ладно? Да, я вижу. Но только руки, если ты не вот так, а ты потихонечку ими работать будешь, окей? Но мы сейчас сделаем дубль, вообще просто будешь так лежать. Лицом вниз, чтобы ты вообще как будто тебя нету. Мы еще фокус на тебя не будем показывать сначала. Офигенные лучи от тебя идут еще, когда ты двигаешься. И надо будет красный выключить, ребят. И по команде включать его. Возможно, на двух человек. Просто снизу сядьте. Так как у нас Астер сегодня нету, извините. Это, конечно, творчество для богатых, но все же. Можно чуть-чуть и поэкономнее жить. Ну, там мы тут уже целый клип, блядь, снимаем. Пока ее не показываем. И она в самом конце уже заявочка будет. Свет включается, и она начинает подниматься. Но мы там сдвинем немножко этот... Ты глазки после прикрой. А назад отъедь, я хочу это композиционно, мне не очень нравится, как она еще лежит. Так, смотри, Викос, я здесь с тобой рядышком. Давай чуть-чуть сюда, можешь сместиться еще? Да, потому что ты немного по композиции туда уползла, да. Ничего страшного, ты можешь даже как-то об нее там это, прижаться, да. И лицом еще ниже сможешь, да, когда я? Вот так вот, да? Да, сейчас сильно. Окей, хорошо, супер. Че, Лев, давай чуть насыпем песочку, сделаем дубль. Скажи, как бы ты назвал свой стиль фотографии? Творчество, не только фотографии, но и видео. Давай назовем каких-то работ, вот так скажем, твоих вот работ, там, потому что это и фото, и видео, там постоянно разные штуки. Слушай, я не знаю, как это назвать, но вот сейчас... Я работаю вот реально над какой-то новой стилистикой. Давай я тебе чуть расскажу, может быть, твой влог выйдет быстрее, чем моя работа. Я вообще сейчас придумаю новую такой какой-то виток в творчестве. Я начал снимать работы, там, добавлять в них CG, какую-то историю, да, отрисовываю, например, печатаю их, дорабатываю на холсте, создаю текстуру, цифрую, закидываю обратно в Photoshop, и у меня получается что-то между картиной и 2D, ну, и чем-то таким цифровым. И у меня получается есть подлинник физический, есть подлинник виртуальный. Один я могу продать на NFT, другой я могу выставить где-то в галерее. И вот это вообще, я считаю, новый уровень, когда ты можешь пользоваться всеми технологиями, которые есть, и совмещать их между собой. Я думаю, что вот отсюда можно и дать какое-то название. Я думаю, что Мел, Димон, с кем мы вместе все это делаем, мы делаем какое-то новое искусство, наверное, что-то новое. Вот, модерн. Да, ну, в новом исполнении. Да, новый модерн. Но я бы так, конечно, не сказал, но я думаю, что что-то новое, потому что, ну, что такое новое? Это когда ты берешь какие-то новые технологии, используешь их, внедряешь. Вот мы стараемся всегда следить за тем, что происходит в мире, со всеми новыми технологиями, и с ними работать, их мешать, не зацикливаемся на чем-то одном, чтим традиции прошлого и используем новшества настоящего. И тем самым получаем какой-то сильный и мощный фидбэк. И даже прикольно, вот на фоне нас офигенное историческое сооружение, я такой сижу в Техвире. Почему нет? Кайф. На самом деле, в абсолютно любую эпоху будет разделение на New School и Old School. 100%, 100%. Вот это как раз о том, что я сейчас и делаю стиль. Я пытаюсь найти ему название, вот как Сеня Покрас сделал фьючер каллиграфизм. Я хочу дать этому тоже какое-то название. Я сейчас можно сказать, сейчас провожу научную работу, братан, реально. Я, то есть, читаю много истории дизайна, изучаю вопрос. И вот ты прикольно подкинул историю New School и Old School, потому что, с одной стороны, академизм, люди, которые изучают академические дисциплины, масло, четкая постановка модели, конкретные там обрубовочные головы, там какие-то конкретные световые схемы, и уже какая-то новая школа с различными позами, световыми схемами, бла-бла-бла. И вот если бы у меня не было вот этого академического образования, и то, что я вот сейчас занимаюсь им, то, наверное, у меня не получилось бы это сделать. Это трава, что ли? Похоже на асфальт. Похоже больше на асфальт, чем на траву. Ну все, мы слезли. Не вас. Общую обстановку. Ну все, мы слезли. Ну все. Супер. Мы пойдем дальше? Хорошего дня. Ну, отлично. Все. Вам тоже хорошего дня. Не, мы на самом деле не гангстеры и не хамло, но если нормально просят, можно нормально уйти. А когда тебе говорят, слышь, уйди с травы, таким... Я вообще угораю с этих людей, типа, тот, кто работает охранником, да? И он чувствует такую важность в себе. Это синдром вахтера, я называю. Ну, типа, блин, просто будь человеком, относись к людям так же. Типа, скажи, блин, пацаны, здесь нельзя сидеть. Ну, типа, нас за это трахнут. И ты скажешь, блин, вопросов ноль. А, нет карты. Да, похуй, им нахуй нужна. Я в эфир снимаю. Я снимаю сразу в атмосферу. Мне вообще карта не нужна. А. Сыпь, сыпь. А, погоди, одну секунду. А? Да, бля, ты мне сказал бы, парень, кто не рискует, тот нахуй не ходит. Пару слов туда-сюда. Ну, в общем, мы наконец-то приступили к самой съемке. Сейчас мы немножко прицепим нашу модель. Будет такое мясо. На руки насыпь, пожалуйста. Чуть-чуть на голову надо. Так, ребят, смотрите, за стол не заходим. Только те, кто чуть бейки снимает. А. Много песка или мало? На руки высыпай, руки засыпай. Блядь, тупые Соньки. Тупее Соник, только Никон. Да, Кэн вообще за камеру не считать уже. Это сейчас кому прилетело? Что он сказал про камеру? Лев, повелитель песка. Тупо принц Персия. Чуть-чуть на плечи, сэр. Раз, два, три. Ну, молодцы. Ну что, Викос, попробуем? Сейчас не вставай, мы сделаем дубль, как ты лежишь, ладно? Так, надо сюда накидать сейчас песочку и дать дымочку. Ебасосеньки сзади все спрятали. Никто не дышит, не разговаривает. Кто скажет хоть слово, тот менёха и выходит за дверь. Навсегда. It's okay to be gay? Отлично. Пришла на площадке. Камера идет. Начали. я прям чувствую, что я нащупал что-то новое, но не могу это вот объяснить. И он видел, как я вот прям реально переживаю искренне. И он когда увидел, что я нашел эту тему и прям ее прокачал, ну, сделал, он говорит: бля, брат, я так за тебя рад, говорит, вообще. Твои фанатки. Надеюсь, что так. Очень клево сзади все выглядит, ёбнешься. Просто очко разрывается на кусочки. Камера идет. Ну ты кусками сильно сыпешь, он прям валится, блядь, будто там кто-то, блядь, срет песком. С неба. Тогда не будет казаться. Вот так надо, знаешь, типа моросить. Морось ловишь. Я не блядь, чувак, я не дотянусь до этих дыр. Включаем свет. Дым. Камера идет. Начали. Раз, два, три. Ага, стоп. Викос, на счет 3, когда я скажу 3, начинаешь подниматься, ладно? На счет 3 встаешь, а 3 отыгрываешь до момента, пока я не скажу стоп. Раз, два, три. Бля, мясо. Стоп. Супер, давайте риг передвигать ближе. Бля, Викос охуенно оперлась об зуб. Надо будет сейчас то же самое повторить. Цель и мотивы своих работ. Слушай, у меня даже написано вот здесь. Здесь написано: «Меняй мир своим искусством». Я искренне верю, что то, что мы делаем, то, что мы несем, это так или иначе отражается на всем мире. И если однажды я что-то поменяю, то... Ну, я уже вижу, как многие люди вдохновляются или как происходят какие-то крутые перемены у кого-то. Это очень приятно. И мне приятно осознавать, что я не просто потребитель, а я как маленькая версия Творца, типа, тоже творю свои вселенные. То есть если есть Бог, условно говоря, да, это не пафос, просто прикольное замечание. Он там создал свой мир, то я так же, как маленькая версия Бога, могу создать свои миры со своими законами. И это очень прикольно и круто. И как-то повлияет на наш мир, в котором мы живем. Тебя устраивает то, что ты делаешь? Слушай, конечно же нет. Как и любой художник, я вижу кучу недостатков, кучу моментов, которые надо улучшать. Я вижу, куда можно идти, вижу, где я топчусь. И понятное дело, что у меня к самому себе очень суровое отношение. Я очень строгий с самим собой. И понятное дело, нужно больше, намного больше. Больше вложений, больше сил, больше энергии, меньше еще лениться. Но я думаю, что я на верном курсе и иду в правильном направлении. Ну и в любом случае, какое бы ни было самобичевание, все равно надо любить свои работы. Это ты правильно сказал. Еще в колледже, когда я учился, Светлана Владиславовна, это мой педагог по изобразительному искусству, она как раз вела у нас нативные курсы, то есть мы там должны были абстрактное видение тренировать. Она всегда говорила: чувак, что бы ты ни нарисовал, что бы ты ни сделал, ты должен любить свою работу. Она может быть полным говном, ты должен это понимать, но ты должен ее любить. И это важно. Это будущий ава-самурай. Все верно, надо любить свою работу в любом случае. Но надо быть адекватным. Одно дело любить, да, другое дело адекватных оценивать. Одно другому не мешает. Сейчас расчищаем ближе сюда и кладем риг ближе к ней. Давай еще один шаг. Я думаю, что надо ближе снимать. Во-первых, у нас человек не железный, во-вторых, у нас есть дубль. Опыт меня научил, что если ты видишь, что заебись, надо идти дальше. Лучше сделать заебись, но не супер заебись, чем сделать супер заебись, но не сделать вообще. А где вот здесь, да, особенно давит. Модель герой. Викос лучшая. Кстати, если не ошибаюсь, она победила в ТНТ, но для меня. Рестлинг? Телепередача это. Да. Ну, короче, Викос там выиграла точно. Вроде бы. Да, 100%. Чем ты вообще в свободное время занимаешься? Слушай, блин, такая крутая тема, хороший вопрос. Мне приятно, что ты его спросил. В какой-то момент, я помню, там, ну, до съемок, до фотографий я достаточно много чем занимался, тоже танцевал, как и ты. Тектоник, электроденс, там много чего было, шаффл, джамстайл, да, это тиктоник, даже сейчас. Вау! Пау! Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот, но это все фигня. В какой-то момент я гулял со своим юристом, она занимается всеми нашими делами, там, какими-то там договорами, И после гуляли, пили кофе, и она говорит: слушай, Володь, а чем ты еще занимаешься помимо искусства? Я говорю: ну как, я там снимаю видосы. Не-не-не-не-не, помимо искусства. И ты понял, я на тот момент как раз вообще ушел сильно в это. И я такой думаю: а реально, чем я таким серьезным еще занимаюсь? Бам! И я решил, блин, надо это поменять. И с того момента я взял за привычку заниматься паркуром. Да, я разъебался нахрен. Я, кстати, занимался акробатией, я сломал руку в 3 местах. И я понял, что надо пробовать новое постоянно. Просто ради интереса. Да, это сейчас любой инфо-цыган говорит, типа, чуваки, надо пробовать новое. Но я лично это для себя, я не для ребят, а просто для себя решил начать делать. И первое, чем я занялся, это страйкболом. Типа, мне очень нравится оружие, мне очень нравится культура аэрсофта. Аэрсофт пошел из Японии. Как многие знают, Япония очень воинствующая страна в прошлом. Такие, это прям сильная идеология. И когда они проиграли Вторую мировую войну, им же запретили иметь регулярную армию, запретили иметь оружие. А так как у них культ воина, они перешли на аэрсофт, ну, в будущем. Там не только аэрсофт, но это одно из направлений. И это история мира, история друзей. То есть ты можешь быть мужчиной, ты можешь держать оружие, ты можешь стрелять, вы можете состязаться, но вы все еще никого не убиваете, вы... это история мира. И мне так катила эта философия, и мне так просто нравится оружие, как оно выглядит. Я начал заниматься аэрсофтом и понял, что, блин, крутая штука. Но как и любая другая дисциплина в нашей стране, это все на колхозном уровне. Я не знаю почему, как это принято, но у нас страйкбол это не как у американцев, знаешь, или в Японии. Это даже в каких-то гипермаркетах ты можешь пойти пострелять на площадке. Это модные такие афроамериканцы, такие, знаешь, в клевых бронежилетах, с приводами, которые кастомизированы, как в каком-то Call of Duty. А у нас это мужики, страйкболисты, которые приезжают на полигон поиграть, побухать, поесть мясо. И я подумал, блин, надо это менять. И вот чем бы я не хотел заняться, мне хочется туда вносить визуал, понимаешь? Это, и оно так и идет. И вот мы увлеклись страйкболом, собрали свою команду. После я решил попробовать фехтование, сейчас занимаюсь конным, еще спортом хочу на разряд сдать. И вот много, сейчас достаточно много увлечений. Единственное, о чем я думаю, это как это все совмещать. Понятное дело, что по большей части во многом каких-то супер результатов не достичь, но само ощущение того, что ты смотришь, во-первых, ты постоянно чувствуешь себя одном, ты приходишь на какую-то новую дисциплину, вот на борьбу я пришел, и ты такой, вот это и одно. И это помогает тебе также в твоей индустрии, в твоей сфере, в которой ты профессионал, не зазнаваться. Ты понимаешь, что, не, чувак, есть над чем работать, можно под другим углом поставить. Я только что там мужик потный там прижимал к себе. И вот эти вот вещи, они очень круто прокачивают. И я вообще под такими углами стал смотреть на то, что я делаю. И куча знакомых, и самое главное, просто интересной беседе, потому что кругозор больше. Я просто в один момент, у меня была компания в Питере, они музыканты, я просто от них отстранился, потому что они постоянно об одном и том же говорят, а мне это уже не интересно. И очень круто, когда можешь с человеком поговорить не только об искусстве, это понятно, всегда классно, но и о чем-то еще. И это просто элементарно, ты становишься интересным. А ты кубик Рубика умеешь собирать? Конечно, но я долго это делаю. А ты еще будешь дополнительно фотографировать? Я еще буду снимать. Я вообще всегда дублирую фото-видео, абсолютно. У меня еще и пленочка заготовленная, 12 кадров, красота. Средний формат. Поэтому сегодня надо по полной отработать. Почему Sigma? Потому что красивая картинка, красиво рисует. Но я, честно тебе скажу, у меня нет прям супер особого предпочтения. То есть, если был бы Тамрон, был бы Тамрон. Для меня это... Не самый ключевой момент, я не этот супер технодрочер, но 35-ка, она реально красиво рисует. Но второй это объектив 70-200, а еще один 17-28, там вот это вообще офигительный объектив. Именно вот такой объектив у меня сперли. И с F-ку третью. Давайте чуть-чуть дымочку дадим. Включите свет, ребят, сзади. Нихуя, у меня пукан подгорел, видел? Это я просто увидел на горизонте Никон. Шучу, Никон кайф. Везде есть плохие и хорошие камеры. Но у Никона просто больше плохих камер. Давай по штативу чуть выше свет и получу больше на нее. Ну и просто шторку нижнюю открой, чтобы на кучу тоже попадало. Давай чуть-чуть еще туда, знаешь, чуть глубже, назад, к черепам. Да, ты можешь с ними чуть сзади работать аккуратненько, взаимодействие. Не, наоборот, ты луч по штативу выше, чтобы луч попадал на нее. Но шторку нижнюю опусти вниз, чтобы она попадала также на кучу. Окей? И получу выше тоже. Вообще можешь лучше раскрыть немножко. За кем сейчас следишь и кем вдохновляешься? Из России Из России мало за кем слежу. Не то, что я по сути я всех вижу, потому что мы так или иначе все в одном инфопространстве. Но я сейчас больше все равно наблюдаю за ребятами из-за рубежа, это больше художники. Если брать фотографов, то это Альби Сайбы. Правильно же я его имя назвал? Альби. Как вообще это выговариваете? Он итальянец, у них там все так. Вот. Тебе надо сначала равиоли скушать или спагетти, потом начнешь выговаривать. Я же летающий деревня. Я первый раз, когда попробовал равиоли, мы в Хорватию летали снимать яхты, я просто вообще офигел, что это может быть так вкусно. Кстати, я это потом пройду, спроси обязательно. Это Николас. Блин, крутой чувак. Вот мне кажется, он один из немногих, кто делает лучше, чем я. Который Николас Фолс. Да. У него потрясающее чувство, реально. Вот я смотрю и думаю, блин. А он причем ученик Алби, по-моему. Да? Ну, насколько я знаю, да. Но они похожи. Вот это крутое развитие фотографии. Вот я считаю, что вот это вот реально крутое развитие фотографии. За ними приятно смотреть. Надо будет ему написать, спрошу, ты что, ученик Алби? Просто не привет, ничего, просто, ты что, ученик Алби? А он тебе скажет, тормози. По-русски причем. Тормози. Потом очень много слежу за художниками, за какими-то режиссерами. Давай немного спереди поработаем с собой. У тебя, Славик, случайно кроп не стоит на Соньке? Максон, ты помнишь, здесь кроп матрицы? Да. В настройках? Да, первая вкладка. Первая вкладка? Я ору. Да, у тебя включен. Ну вот видишь, я почувствовал сходу. Ору с того, что ты все это время снимал на Соньке с кропом. Блять, боже, и славян, ну ебаный стыд. Вот что значит опыт. Можешь ко мне наоборот вперед, ближе к песку, знаешь, также снизу. Слушай, я на самом деле как настоящий, сильно руку не выпрямляй, чуть-чуть всегда согнуто и в сторону локти. Я вообще считаю, что камеры, если покупаешь, дорогие, которые могут позволить чуть выше подбородочка, позволить себе поднять ISO, надо поднимать и не париться. Меня вообще не напрягает никогда, что мне что-то там не хватает. Выпрямься. Вообще, выпрямься сама. И в сторону смотри. Назови любимых художников эпохи Возрождения. Эпохи Возрождения? Ренессанс. Блин, если честно, у меня там нет каких-то любимых художников. Типа Боттичелли. Боттичелли крутой чувак. Лично знаком с ним. Да, мы вообще когда посидели с ним классно. Вот знаешь, когда разрисовывали Санта-Мария-дель-Фиоре. Эпоха Возрождения, тема крутая. Там было очень много инноваторов, людей, которые не боялись и пробовали, делали новое. Там кого ни назови, они все крутые по-своему. У них крутые потом ученики были. Но какого-то одного я бы не выделил. Боттичелли крутой чувак, постыдите на его творчество. Касаемо режиссеров, операторов, кого ты назовешь? Любецкий крутой чувак. Просто, ну, человек просто так 3 Оскара подряд не берет. Это прям машина. Я кайфую, как он снял «Выжившего», просто вот супер широкие углы. Причем он снимал, насколько я знаю, практически без постоянников. Да, там с естественным цветом. Это мясо, это очень сильно. Любецкий крутой. Причем, знаешь, что крутого Любецкого? Это то, что я ценю, многообразие. Он до этого снял условно Бёрмана или в космосе. Гравитация? Гравитация. Вообще гравитация, космос. А потом снял, блин, как мужик ползает по лесу. И вот так круто, вот это разнообразие. Главное не путать с Большим Лебовским, вот. 100%. Извините, я не слушал. Любецкий и Лебовский — это разные вещи. Любимая игра. Ты задрот? Слушай, я наверное, все-таки задрот, но я поэтому себя сильно ограничу от игр. Из любимых игр я очень люблю Souls, серию любую, Dark Souls-скую. Dark Souls. Это где-то умираешь каждые 3 секунды. Да, ну потому что там они очень сильно вдохновлялись Берсерком, это манга. Это один из моих любимых вообще произведений в плане именно манги. И художник, который рисовал Берсерка, это один из моих самых любимых художников, на самом деле. Гениальный человек, жаль, что он умер. Дань уважения ему. Я даже целый пост посвятил. Вот. И Souls-like — это очень сильная история, очень сильный дизайн. Также я люблю... Да, в принципе, много можно игр назвать. God of War, Monster Hunter, тот же «Один из нас». Много крутых игр. Много крутых вселенных. Вообще геймдев — удивительная история. Если бы я занимался бы не таким визуалом, я бы шел в геймдев. И, возможно, еще там поработаем. Мы к этому тоже идем. Что скажешь по поводу музыки? Какую музыку слушаешь? Вот в музыке вообще полный неломан. Я могу послушать сопливый кальянный рэп. И закусить редко. Надеждой Бабкиной. Не, а потом закусить таким жестким посткардкором, знаешь. Обожаю Second to Mars, люблю. Если так прям уф. Брингов просто охуенные чуваки. Вот. То есть, ну, музыки много, которые нравятся. И могу потом еще опенингом какой-нибудь из манги или вообще из готики, второй из игры послушать какой-нибудь такой, знаешь, томный. Все по настроению, все от задач зависит. Прям больше взаимодействия с черепами. Ты как будто бы знаешь последний оставшийся андроид вообще в этих песках. Да. Здесь, конечно, хочется лучей сейчас. Давай. Во. Викош, давай чуть более ломаной истории, чуть меньше вот этого спокойного фэшена. Ты прям, у тебя же сейчас реально чуть больно, да, вот такие больше истории хочется. Да, где это была феноменально пиздатая рука. Чуть выше подбородочек. Смотри, сейчас о деньгах вопрос. В перспективе, в идеале, квартира и Мерседес? Да я и то возьму себе. Ну, то есть, конечно, это видится на ближайшем плане. Ну, я... Либо дом, таунхаус. Я не думаю, что я себя хочу прям привязать к какому-то месту, но я бы взял бы себе дом. Я бы хотел бы дом, где вся наша банда всегда могла бы собраться, отдохнуть. В идеале было бы круто делать какие-то большие вылазки, какие-то большие проекты, уезжать писать куда-то за границу сценарии или снимать какие-то большие проекты. Но как сейчас мы живем большой компанией, и также хочется в дальнейшем большой дом, где все могут собраться за дим мангалом и отдохнуть. Дом бы я хотел бы себе. Ну и Мерседес бы тоже хотел. Какой? Я не знаю, какой-нибудь такой спортивный. Я плохо в них, кстати, разбираюсь. Ты говорил, что ты живешь в Москве. Так. Вы живете с пацанами, с девочкой, да. Mooncakes. Мы живем втроем сейчас. Это Диммер, Мельников, и это Mooncakes, да. Это вот наше как раз то, с чего началось АВЭ. Это мы вдвоем с Димой объединились когда-то. И, кстати, когда мы объединились, наш рост просто был вот туда, в космос. Вот, это отдельная просто история, которую мы себе не можем позволить сейчас. Короче, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, но потом еще присоединилась Мэри. Да-да-да, типа того. Вот. Но да, мы живем в Москве, мы снимаем большую квартиру, чтобы чувствовать пространство. У нас отдельно коворкинг, такой workspace, где мы можем посидеть, поработать. У нас большая доска меловая, все завешено нашими работами, картинами. У каждого своя большая комната, где ты можешь уединиться с собой, с рукой, с девушкой. Я бы здесь чем-то отбить бы сейчас. Да-да, на спину чуть-чуть и на руки чуть-чуть. Руки подзасыпь прям в песке. Готово? Давай. Вот в эту сторону лицом, да, и спиной, да. Чтобы они там сзади у тебя открылись. Садись на задницу, да. Лучше конкретно вот эту штуку не трогай, да. Облокотись прям на него, ляжь прям спиной. О, заебись. Там еще грудь вперед, насколько это можешь, да. Сейчас ты не снимаешь свадьбы, а Мельников не обрабатывает какие-нибудь молочные коктейли. Чем вы зарабатываете? Слушай, да, мы давно уже не занимаемся такой коммерцией. Дима сейчас ушел полностью в 3D, он больше сейчас занимается таким визуалом, то есть он работает с большими крупными проектами. Сейчас они сделали крутой ролик для Трэвис Скотта, я помогал им с раскадровкой. Я больше занимаюсь какими-то большими тоже проектами. То есть ты живешь на его деньги, Альфонс? Ну, конечно, я просто выебываюсь, все, за чужой счет. Слушай, я занимаюсь большими проектами. Если когда-то я мог по 5-6 съемок в день делать, то сейчас я делаю одну в месяц, две, ну крупные. Ну плюс у нас еще же есть всякие NFT-приколы есть, и еще параллельные заработки. Но зарабатываем их хорошо. Я могу там и по 500, и по 600 тысяч заработать с одного проекта. 500-600 тысяч в месяц или за проект, или ты делаешь, делал и больше? Слушай, меньше 300 я давно уже не зарабатываю в месяц. Я надеюсь, сейчас нас не смотрит никакой налоговый инспектор, ты ИП? Да, я плачу налоги, кстати. Ну, ладно, есть свои приколы. Реализуешь ли ты арты в коммерческом виде? Вот именно то, что ты снимал, ты знаешь, сейчас, то, что мы снимаем сейчас. Тут такая шух срезка, да, и, да, там экшен. Да, ты там бегаешь по полу. Лицо вверх. О, божечки. Викос, давай начнем вставать чуть-чуть. Там поворачивайся на живот, и вот с живота встаем, окей? Блин, Ирок, красавчик, ты, блядь, делаешь все правильно. Угу. И чуть-чуть ко мне сюда, да. А слушай, я вообще давно уже не снимаю проекты, которые мне интересны. То есть, как правило, когда мои проекты — это уже какая-то интеллектуальная история, поэтому они сложные. Когда ко мне обращается уже заказчик, будь это там вода Байкал или там какие-то байт-батончики, они хотят уже мое видение, мою историю. И я делаю очень долгий предпродакшн, от которого я устаю больше, чем от съемок. Все расписываю, мудборды, раскладываю на архетипы, допустим, какие-то персонажи и бла-бла-бла-бла. Ну, то есть полный продакшн. И я снимаю только то, что хочу. Вот, допустим, сейчас я вот все лето не занимался коммерцией вообще практически, потому что я настолько устал от нее, ну, от больших проектов, что сказал, не беру. И чаще всего я сейчас отдаю нашу банду, мы все равно ведем какие-то проекты, но не так уже много, ну, сейчас потихонечку будем возвращаться. А мы сейчас больше занимаемся творчеством, что, конечно же, намного по-своему выгодней для нас. Больше еще назад к свету. И знаешь, больше история, что ты прям немного сломанная такая, прям сидишь. Вот как по-настоящему. Да ты и так сломана, не парься. Там уже все и так уже ломается. Вань, давай присыпем ее немножечко. Прям. Лопаткой быстренько подкинем с тобой и, дымочку. Ну вот, чтобы лучи были с этих лучей спереди. Смотри на меня, просто вверх. Просто вверх. И лицо тоже немножко уведи туда. Да. Славян, дай этот, флешку. У меня забилась моя. Да. Славик, давай шире батонами своими чуть-чуть. Давай, Ирок, пока еще накидает дымочку. Прям грудь вперед. Вопрос все тот же. Реализуешь ли ты свои арт-работы в коммерческом виде? Сейчас любой заказ, я так понимаю, ты уже делаешь по своему техзаданию и по своей реализации, а именно творческие проекты ты потом как-то продаешь, я плавно перевожу к NFT. Я понял. Смотри, если по делу, то в коммерции так или иначе всегда есть ограничения. У любого заказчика есть какое-то техзадание, которое ты должен соответствовать, поэтому оно уже автоматически не становится таким творческим. Что для нас, конкретно для нашей команды творчества, это... Когда мы реализуем исключительно свои идеи, какие-то сложные, которые дают нам какой-то толчок в росте, то есть в первую очередь это рост для себя. Ты ставишь какую-то лютую задачу, и пока ты ее решаешь, вахуй, бегая, блядь, как это сделать, ты учишься. И да, именно творчество тебя и продает, по факту. Продают не мои коммерческие работы, по большей части, но они тоже, ну, не так сильно, как творческие, потому что человек, когда видит твои творческие работы, он думает, блин, вау, как круто. Он же не думает о том, что ты там супер долго выбирал определенную модель по определенным качествам, да, если мы говорим о фотографии или еще что-то, он сразу начинает с собой это олицетворять и думает, блин, как круто. И также большие бренды тоже мыслят, на самом деле, они смотрят и думают, блин, крутой результат, и не важно, как ты его достиг, именно творчество тебя продает, потому что ты можешь показать свой максимальный скилл. А когда появился NFT, это вообще поменяло всю игру. Я чуть в депрессию не ушел, на самом деле, в какой-то момент, потому что мы были одни из первых, кто туда залетел. Там, ну, были чуть раньше нас брикспейсер, мы ровно через пару дней после него залетели на NFT, начали, я продал первые арты, там за 0,6, за эфир, за 2, Димон чуть подороже, потому что у него 3D-ха на площадь заходила. Я вообще, мне кажется, из фотографов, а из людей, которые используют фотографию, мне кажется, вообще был первый в России, кто продался, реально. Я подумал, и реально был первый. Да, он не даст лучи достаточно много, он срежет, надо все равно лист немножечко сделать более вертикальным. Да, мы это сейчас поправим, Лев, я просто сразу говорю, чтобы ты запомнил и это поправил. Раз, два, стоп. Угу. Да, заебумба. Где твоя двадцатка, братишечка? Я буду вынужден, давай, так вот, раз, два. И... Я-то знаю, какой труд я вложил в работы, да, там тоже же много и художеств, и света, и людей. И когда я вижу, что какой-то квадратик продается за, условно, там, 20 эфиров, а моя работа, которая художественно поставленная, интересная, продается там за эфир, понятное дело, что это внутри цепляет. Плюс на тот момент, когда мы начали залетать туда, это был лютый хайп, и люди начали все туда. Каждый чувак, который хоть что-то понимал в 3D или хотел понимать 3D, начали туда залетать, и это сразу стало чувствоваться. Кто делает ради искусства и продает работы, а кто делает ради того, что продастся. И там начался такая грязь, если там, допустим, у кого-то купили череп, все начинали делать черепа. все начинали написывать бедным коллекторам, и там такая грязь началась. И в этот момент я понял, так, я, наверное, пока не хочу. То есть я пристопорился, чуть подсбавил, и вот сейчас, когда наконец-то в инфити в этой всей истории, она никуда не денется. Возможно, оно пройдет, но оно модернизируется во что-то другое. Все, мы уже находимся в новой вселенной, пацаны, мы находимся в будущем. Учитывая, что Покрас продал сейчас свой манифест за 10,5 миллионов рублей, просто, по сути, JPEG, которые двигаются, гифки. Бля, о чем мы вообще говорим? Это же просто пиздец, как круто. И если это все осознать, изучить, это реально рабочая история, это не какая-то пирамида, потому что есть просто люди, я сам лично для себя покупаю какие-то произведения, я захожу и смотрю, мой кореш, да, условно, там, Реплянский, выложил статуэтку. И пока ты сам ее не купишь, а эфир, ты не чувствуешь, как деньги вот физически. Это какие-то цифры у тебя где-то когда-то получены. И вот как ты получил за купленную работу, ты также их можешь потратить. И ты берешь и поддерживаешь пацанов, и ты кайфуешь от этого реально. Ты думаешь, блин, я помог ему. Я... Вот сейчас он может что-то себе купить, не знаю, комп как-то там или еще что-то. И когда ты это пробуешь, ты понимаешь, насколько это прикольная штука. И вот сейчас, наконец-то, в инфити появляется какая-то оценка художества. И сейчас как раз-таки остаются только те люди, которые туда пришли ради того, чтобы делать, а не ради того, чтобы заработать. Но заработать тоже нужно, но в первую очередь они делают и выставляют туда свои работы. Это круто. И я снова туда сейчас возвращаюсь. Вот сейчас делаю прикольную инфити-карточку, я тебе покажу. Я взял за основу фотографию космическую, и ее сделал в 3D, она там крутится. То есть вообще тоже опять гибрид, и это очень прикольно. А в чем плюс карточек? Вот, допустим, у тебя есть какая-то фан-база, да? И не каждый из чуваков готов потратить, словно эфир, там, да, 100 тысяч рублей на какую-то работу, которая будет лежать JPEG. Но у каждого, возможно, есть 0,001 эфир, да, условно, там, 7 тысяч рублей, и они, когда у тебя где-то на электронном кошельке, они там скачут, ты об этом не думаешь. Он такой, блин, прикольно, вот такое можно поддержать. А ты можешь 40 копий сделать и тем самым набрать 2-3 эфира. И это так круто, это все настолько гибко, и ты понимаешь, что это все меняется, и будущее вот оно здесь, сейчас, и его надо использовать. И когда я пошел учиться к Ивану Логинову, это, короче, академический художник, он всю жизнь учился, ну не всю жизнь конкретно в Репино, но он всю жизнь учился академизму, а я пошел к нему учиться, чтобы как раз разрабатывать эту новую стилистику, изучить ее. И я пошел к нему на курсы по маслу, там, ну, по поднятию скилла, и мы с ним много на эту тему болтали, и он говорит, блин, бро, я так зашорился в этом академизме, я хочу пробовать новые ракурсы, новые истории. Я говорю, бро, погнали. И вот мы придумали со Львом, плюс это из студии «Графит», вот эту всю историю с кубами. Вот то, что ты был на съемке, это одна большая масштабная история, где мы будем делать где-то 13-15 образов, мы по числу сейчас определяемся в рамках одного куба. И это будут абсолютно разные истории, с абсолютно разным цветом, задачей, вообще интерьером и всем, и всем, и всем. И в чем будет прикол? Я как арт-директор выступаю, то есть я, как правило, придумаю идею, думаю, как ее реализовать, снимаю, фотографирую, ну, замешиваю стиль, а Ванек будет рисовать маслом. И прикинь, когда ты пишешь маслом, условно, от окна, 5 лет или там 10 стандартной постановки, и тут ты залетаешь в историю, где у тебя какой-то там, может быть, условно, киберпанк или еще какая-то история с разными позами, лютыми, световыми схемами. И он просто, я смотрю, он пишет и думает, бля, как это сделать, какой разлет в голове. И это лютый прокачиватель скилла. И также с нами еще один крутой чувак, он занимается CG, конкретно рисованием, он тоже очень давно в индустрии. Не буду говорить кто, потом, чтобы посмотрели, зашли, когда проект выйдет, очень крутой чувак. Наверное, один из самых топовых художников вот в России сейчас, именно в цифровом виде. Он точно так же будет с нами параллельно рисовать. И мы хотим сделать большой фильм о том, как мы в рамках этого куба создаем кучу вселенных, кучу стилей, и все это между собой может гармонировать и идти дальше. Ключевая просто мысль в том, что не нужно зашориваться и бояться нового. Еще раз говорю, нужно брать старое и мешать его с новым и идти дальше, развивать нахуй эту индустрию, блядь, и трахать всех в округе. Огонь. Вывезла. Все готово? Вик, погнали? Вик, помнишь, вот так лежали, засыпанное, встаем и максимально много работаем, окей? Да, да, засыпаем, погнали. Максон, куда опять? А пиздатый ты мужик. И пришел, и поснимал, и объектосом заделился. Ой, вот это хороший кадр. Офигительно засыпал, Лев, просто божественно. Викос, давай камерой проедем, посмотрим, нормально, ничего не трясется. И заодно по динамике. Викос, полностью не выпрямляйся только, потому что будет потолок иначе в кадре у нас. А камеру не смотри. Вообще такая максимально отстраненная, чуть еще пьяненькая, только проснулась. Мою можешь поглядывать, я не против. в своей камере эти сидорат. Камера идет. Фокус можешь сразу на нее, Кирюх. И на ней держишь. Начали. Раз, два, три. Вставай, вставай, ничего страшного. Да, от зуба. Чуть менее резкие движения, более плавные. Ты только проснулась, знаешь. Одна единственная в пепле осталась. Можешь немного с собой поработать, себя потрогать, да. А песок вывалился идеально вообще. Ты на своем Патреоне будешь делиться всеми этими проектами, доп-материалами? Слушай, мы вообще очень люто заморачиваемся Патреоном. Мы реально думаем, блядь, как сделать так, чтобы это было прикольно. Не просто он такой зашел, получил первым самую мою фотографию, а я там делюсь также и ПСДшниками, как вот я у тебя тоже видел. Я, блин, подумал, блин, круто, я там разбираю ПСДшники, схемы света, даю полное описание, почему, как и что и зачем. И вот я постоянно думаю, как сделать еще лучше, чтобы человек зашел. Понятное дело, что это история поддержки. Чуваки, если вы хотите видеть, что мы делаем творчество, да, мы куда-то катались, там, я не знаю, ездил в Японию, делал какие-то крутые снимки, вы всегда можете поддержать. По сути, что такое, да, закинуть там 60 баксов или 20 баксов в месяц на то, чтобы поддержать художника, там, и таких будет 2000 человек, можно вообще будет от коммерции отказаться, делать просто искусство нон-стоп, чтобы все кайфовали. Но, понятное дело, что просто так делиться тоже не хочется, и нужно делать какие-то крутые штуки. И да, этот проект не исключение, вот сейчас я, следующее, что я выложу, это лукоморье, то, что я вот на конкурс сделал. Вообще больная тема. А следующая вот как раз будет история, вот то, что мы сейчас снимали, она точно так же будет там, точно так же все расскажем, точно так же все покажем. В общем, подписывайтесь на Patreon, ссылка вот где-то вот здесь. Вот так трючку держи, вот так, хватай его. Чуть ниже, ниже, ниже. Во, идеально, все, вот тут вот. Надо было раньше ей подниматься. Намного раньше надо было подниматься. Она уже должна была двигаться. Понял, она сразу пускай поднимается. И камеру правее. Ну что это, блядь, братан? Ты же не видишь, что она не отцентрована? Слишком быстро двигается. Центрую ее. Хорошо. И давайте похейзим. Бро, слишком сильно камеру поднимаешь. Ты прям отрезаешь ей руки, всю историю. Чуть меньше, окей? Готовы? Камера идет. Начали. Раз, два, три. 70-10 где? Ирок. О, это залет, братан. Викос, работаем, работаем. Давай с этой шкурой с собой поработаем. Чуть поздираю ее себя. Прям она все, не дает тебе покоя. Хорошо. Блин, так символично, что мы находимся на каком-то архитектурном достоянии, словно, потому что клево, что мы чуваки из будущего, такие сидим, где-то в кораблике плавают. И гульки ходят тут. Да, ненавижу голубей. Здорово. Я терпеть не могу голубей. Не люблю голубей. Голубых. Да, и тупых людей. Ты подуть решил? Никогда не Часто получал. Дуешь? Никогда не дул, кстати. Больше тебе скажу, я никогда не был пьян и никогда не курил. Ты не куришь, не пьешь? Никогда не был пьян. Я еще, ну, у себя в поселке, я рос в поселке, где было 3000 человек, и там это вообще было нормой. Я еще, наверное, лет в 5 понял, в 6, вот реально, я просто пиздю, который еще под себя ходил, понял, что не вижу для себя никакого смысла в этом. Типа, я не воинствующий, знаешь, нет, не пей, нет. Делайте вообще, что вам в кайф, реально. Вот как нравится, так кайфуйте. Но лично для себя не вижу в этом смысла. Хочу творить вообще на чистую голову, вот реально. Я тебя понимаю, я без алкоголя 17 лет. А, ну все, идеально просто. Сядь, смотри. Я сейчас тебе сделал пару кадров сдалека. Хочу, чтобы ты ноги достала из-под себя. И, блядь, просто как, блядь, охуевшая села назад. Эти блядь, чтобы ты понимал, это куча больше, блядь, чем ты там смотрит. А давай прям назад. Смотри, Викос, вот так. И вот ты вот с этими скелетами так работаешь, блядь. Ты понимаешь, что это по сути, все это из-за тебя произошло. Они все мертвые, а тебе вообще, в принципе, похуй, потому что ты, то, что ты хотел, ты сделал. Ноги чуть в песок еще. Хочу, чтобы пальцы на ногах было видно. То есть они у тебя где-то под песочком, да. А вот эту ногу прям на пасть поставь. Да, 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 да. Свет, 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 свет. Катюх, Я. Давай на Фоксе, вот эта лампочка, она на тебе. Да. Еще, давай. Хорошо. Викос, не видно ноги. Вот это, да. Грудь вперед. Сколько тебе надо денег? Вообще, для чего? Ну, вот чтобы в месяц. Сколько тебе хочется денег? Слушай, ну больше, конечно. Я буду честен. Это такой шкурный вопрос. Слушай, я буду честен. Я все-таки считаю, что маркетинг и зарабатывать больше денег, ну это круто. Я над этим работаю. Я работаю над тем, чтобы зарабатывать больше. Потому что больше денег, больше возможностей. И хочется делать более крутые проекты. И я тебе скажу, снимать это дико недешево. Вот та история, которую мы снимали, это типа это творчество, но это творчество в рамках там 300 тысяч рублей, например. Свет, не свет, люди, туда-сюда. И я хочу зарабатывать больше. Но чтобы выжить, как показала практика, не так много денег и нужно. Вот. Но я главное, хочу... чтобы на доширак хватило. Да. Ну я, у меня желудок, кстати, больной, тяжело. Я когда ты последний раз ел доширак? Слушай, давно. А вот Чиджан Мён из Дальнего Востока, я лапша черная, блин, кайфово. Вот ее недавно. Ай. Давай ногу еще закинь. Я хочу еще, чтобы ты снова назад обогатилась, только я на широких хочу тебя снять. И на меня просто с таким охуевшим фейсом смотришь. Чтобы мне, блядь, было обидно, что это не мой череп лежит. Вот так замри. Чуть выше подбородок, чуть-чуть выше. Также облокотись назад, также на охуевшем фейсе. Просто смотри, взгляд вниз, и когда я скажу, поднимешь на меня, окей? На меня. А, ножку не вижу. Достань немножко из песка. Да. Да, какой портрет пиздатый. А где Сонька? Кирюк, дай Соньку. Соньку. А-а-а! Максон, блядь, дай мне мою 35-ку. Да, Ирочек, давай еще. Ее надо чуть на носок, знаешь, вот такую поставить. Да. Вот, сейчас тут лучи будут вообще в кассу. Давай, Ярочек. Бля, ты как это, понял, в поезде, чувак, закинут уголь. Чисто хуярит. Да, Викос со мной. Может ли простой человек к тебе прийти на съемку? Это какой простой? Ну, тебе пишет девушка, какая-нибудь такая фифа, надутые губы, сиси, жопа. Такой вряд ли. Говорит, я хочу съемку, чтобы ты меня как бог Арес на заднем плане был, такое, стоял такой мужчина и держал меня за шею. Дело не в том, что там у меня какое-то предвзятое отношение к таким людям. Я просто не вижу смысла от таких людей в своем кадре. То есть ничего вообще плохого не имею против там, надутых губ и всего остального. У меня такие модели тоже встречаются. Но в первую очередь, когда я снимаю, я очень серьезно подхожу к моделям, потому что для меня она должна что-то принести в кадр. То есть если есть какая-то идея, да, то я внимательно смотрю и понимаю ее сильные стороны, что она даст. А когда девушка, допустим, такая вся надутая, ну, бля, я не знаю, как это характеризовать, ну, короче, неважно. И такая, блин, давай, чувак, поработаем с тобой вместе. Я смотрю и думаю, окей, ну, знаешь, это тупая фраза ТФП, я это все называю творчеством, но они это всегда пишут ТФП. Ты мне, я тебе, окей, что я дам, это понятно. Что дашь ты мне, что ты принесешь в мой кадр? Аудиторию, я не нуждаюсь в ее аудитории. У меня абсолютно другая аудитория. Эти люди, которые следят за мной, они приходят точно не от таких людей. Если мы говорим о коммерции, окей, это должна быть такая сумма, за которую я спокойно кайфану и сделаю. То есть я могу назвать вообще рандомные суммы. Я могу вообще, знаешь, мне пишет человек, и я говорю, за вот, как по настроению я готов потратить свое время на это и подрядить своих ребят. За такие деньги поработаем, без проблем, сделаем круто. Но если я соглашусь сделать, то я буду делать круто. По-моему, в конце вот прям было сочно. Но, мне кажется, мы только разогрелись. Не, руку на лицо и на голову не надо. Да, пусть она такая лежит спокойно. Сильно, Викосик, прям голову не запокидывай. Тебе надо сместиться еще вниз чуть-чуть, чтобы лучи были прям над тобой. Тогда будет все, и как раз куча будет прям за тобой. Зачем? А секс с моделями был? Нет. А вот после съемки был. Честно тебе сказать, большая часть фотографов и людей, которые заходят в нюшку, они реально имеют шкурный интерес. Им реально хочется смотреть на девчонок, им реально это их заводит. Не факт, что они хотят с ними спать, но им нравится смотреть на женское тело. Это, ну, мужские качества, ничего не сделаешь. Честно сказать, первый раз, когда я поснимал свою съемку нюшную, это было вообще что за прикол. Мы снимали какую-то спорт-историю, и там была девочка, которая снимала очень, ну, там какой-то фестиваль, и мы там снимали, еще какой-то фотограф снимал. И я смотрю, я снимаю такую худую, неинтересную девушку, а какой-то чувак снимает такую прям силу спортивную. И он такой старик, знаешь, по-дурацки что-то. Я думаю, почему он ее снимает? Я к ней подхожу и говорю, слушай, не хочешь пофоткать? А это было еще до армии. Ну, я тебе рассказывал, как я там снимал это вообще. Она говорит, да, давай. Я говорю, слушай, я там вообще, что за профик? И я такую хуйню, брат, наворотил. Я в студиях никогда не снимал, со вспышками не работал. И я думаю, блядь, где я буду ее снимать? Она говорит, кинь свои работы. И я признаюсь честно, это был первый мой раз, когда я взял чужие работы. Я нашел где-то там, знаешь, на затворках такие более-менее неплохие фотки, я скинул. Она говорит, блин, круто, что делаешь? А я вообще хуйню делаю. И мы ей скинули, она говорит, все, окей, давай, завтра могу с утра. А где с утра? Я своему корешу говорю, брат, давай у тебя дома сделаем какую-то студию. И мы у нее дома сооружаем какую-то студию, там посреди, короче, посреди вытаскиваем диван, стелим на нее черное покрывало, вешаем какие-то свои картины. Мы оба в колледже учились на дизайн, он то, что я снимал. Стали у ноутбуки, он типа мой подмастер, мне приносил там жесткие. И она приходит, как будто в порно какую-то. Вот реально, он вообще будет снимать порнуху. Она, кажется, снимается, она и там на пилоне занималась. Ну, и стриптиз танцевала иногда. И как она начинает там исполнять, просто танцевать под музыку. Я заливаю, у меня камера захлебывается, ну, буфер забивается, я вот так вот поливаю, как больной. Такой херни наснимал, ну я просто испытал такой лютый оргазм. Не от того, что я там хотел ее, а от того, что я смотрю, это что-то для меня было такое новое. Это не вот просто люди в одежде, а это энергия, секс, это вот все. И с того момента во мне что-то щелкнуло, и я уже понял, что все, я по-другому уже не буду снимать, не в плане, что буду снимать только голых людей, а что это прикольно. И в тот момент я для себя все понял, что для меня есть история, когда я работаю с моделью, и как только модель становится в кадре, она быть собой, она, и больше нет, условно, там Кати Ивановой, есть вот этот персонаж, и я к нему отношусь исключительно как к персонажу. У меня может встать, но он встанет точно не от ее жопы и от того, что я хочу ей присунуть, а он встанет от того, насколько пиздатый лег света, сколько клево получается. Вот этой фигни у меня нету. Вообще, ну, типа, в отношении к девушкам, вот эта вся сексуальная история, типа, у меня никогда не было проблем с девушками. То есть, если там очень многие фотографы идут, потому что у них есть какие-то проблемы в этом, у меня с этим нет проблем. Вообще, от слова совсем. Но и желания переспать с моделью тоже никогда не было. А часто моделям говоришь, я бы тебя трахнул? Это вообще очень сексуально. Бля, вот трахнуть тебя. Кстати, нет. Бля, хотел что-нибудь пошутить, но ничего не придумал, братан. У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной? А такая вообще бывает? Ну там зеленая, фиолетовая, розовая. Слушай, мало. Но вот это наша одежда. И я тебе скажу честно, мы сейчас над своей коллекцией. Будет авышоп. Мерч будет? Не мерч, именно шмот наш. Мерч — это больше наша история поддержку команды. А мы именно делаем коллекцию сейчас одежды. Вот это мы делаем вот с Каем. Кай крутой дизайнер, очень клево пацан, у нас очень клево сходятся вкусы. И мы сейчас разрабатываем полноценную крутую коллекцию. Изначально мы сделали эти футболки, я их сделал перед Японией. Чтобы в Японии, во-первых, ну, дальше всю эту авокультуру прокачивать, сделать больше крутого материала. И параллельно мы сделали ограниченную коллекцию, 20 футболок. И хотели их тоже также 10 штучек продать. Ну, это хороший кэш. Но в итоге мы просто раздали всем своим, и в итоге мы и так их и не реализовали. А сейчас, да, мы работаем на полноценной коллекции, и, скорее всего, все-таки мы выпустим эти футбы в ограниченной коллекции, такую капсульную коллекцию, которая будет идти у нас с нашими артбуками клевыми, в черное, ну, все максимально будет по фэншую. Вот. А потом, да, выйдет коллекция, скорее всего, в октябре. А там средник заряжен? У тебя последний кадр. О, идеально. ЧБ заряжать? Не-не-не. Бля, вот это сейчас будет взрыв головного мозга. Ну шо, я думаю, стоит заканчивать. По-моему, было заебись. Что думаешь, Макс? Я думал, мы только начали. Макс доволен. Не, мы только начали. Просто у меня флешка закончилась в начале. Меня там перекидывали. Знаешь, какой бы я еще хотел? Сейчас, одну секунду, да? Хватит. Есть. Сняли. Чуть-чуть. Голову не ударься. Кто такая грязненькая кисточка? Mm-hmm. Кто такой молодец? Вывезла все. Mm-hmm. Надо будет вкусно поесть, мне кажется, да? Yes. Ну все, с меня пиздатый ужин. Отдых на море или в горах? В горах. Скандинавия либо Бали? Скандинавия 100%. Готы или эмо? Эмо. Побил бы кого, готы или эмо? Эмо, готы жестче пиздятся. Я и тех бил. На Луну или на Марс? Марс. Каршер или такси? Только такси. Мамия или Хасселблад? Мамия. Извини за вопрос, водка или пиво? Не то, не то. Сиги или вейп? Не то, не то. Мак или ресторан? Слушай, ресторан. В моделях жопы или сиськи? Сиськи. Все сам или с командой? С командой. Команда А или зачарованные? Только А. А ты смотрел «Зачарованных»? Да, это вообще не моя тема. Патреон или OnlyFans? Патреон. Брейкденс или тектоник? Ну, в моем случае тектоник, ладно. Но вообще брейкденс мне больше нравится, кстати. Можно в ту вставочку просто вставить. Я занимался сначала брейкденсом, пока руку не сломал в хлам. Кто круче, Сталлоне или Чак Норрис? Сталлоне. И Чак Норрис. Побил бы его? Сталлоне... А вот если бы они вдвоем были, уже сложнее. Я выскочил бы раз на раз ради интереса. Если бы Никон предложили тебе амбассадорство, согласился бы? Я бы ни с кем не согласился амбассадорством, мне кажется. Кроме Никона. Кроме Никона. Слушай, спасибо тебе большое за интервью. Спасибо, Макс, тебе. Было круто. Я рад был. И круто, что позвал. Пару слов туда-сюда, парни. Ну, что могу сказать? Несмотря на все проблемы, которые произошли с нами сегодня, на долгую подготовку, на то, что модели было реально искренне больно и в душе, и снаружи, мы все-таки сделали отличные кадры, мы отсняли видос, мы сделали фотографии, мы даже сделали полную катушку среднего формата, пленочку. Вот, конечно, можно было еще пораскрывать, большую вариативность, переставляя свет, но так как конструкция громоздкая, ее сложно перемещать, это все время, а времени у нас не было, поэтому в рамках того времени, которое у нас есть, мы сделали максимум. Поэтому спасибо всей команде, без нее бы у меня вообще ничего никогда не получилось. Спасибо Льву из студии «Графит» и вообще всем ребятам, кто подлетел и помог, просто самые лучшие, всех очень люблю. Максон, спасибо, что пришел и поделился объективом. Все, всем меняйте мир своим искусством, а вы, пацаны и девчата. Оцени по 10-бальной шкале. Сейчас трусики поправлю, потому что я так бегал, что у меня, блин, запрелы и стринги стали какие-то. Оцени от 1 до 10, где 1 это... А что, разве была съемка, а 10? Ой, я очень сильно задолбался, хочу домой баньки. Нет, слушай, я никогда не устаю на съемках, я могу еще снимать завтра, послезавтра. Процесс усталости будет, когда я открою комп, загружу кадры, и вот тогда я начну чувствовать себя побитым. А сейчас вообще весь процесс, это для меня прям такое топливо, я от этого кайфую. Поэтому я могу еще сейчас взять и новую локацию построить и ее снять вообще. 1 по твоей шкале. Че, была съемка? Круто, значит, дэнсим. Еду медленно, как подъезжаю к вам, пикну. Зачитал репаутином. Хуй знает, что это было.